Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем обзор гладкоствольного карабина от оружейного завода Molot Arms, модель КО-9030. Карабин поставляется в фирменном чехле, в котором находится сам карабин, инструкция, а также оптический прицел. Корпус карабина выполнен из дерева. Затыльник выполнен из стали. Основные части карабина выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. Мушка также регулируется. На карабине установлен ствол с овально-винтовой сверловкой типа Lancaster. На конце ствола имеется внешняя резьба для установки различных тактических аксессуаров. Снизу под стволом находится шомпол. Принцип действия – продольно-скользящий затвор. Предохранитель разобщает ударно-спусковой механизм. С левой стороны карабина находится планка для установки оптических или коллиматорных прицелов. Разбирается данная модель идентично винтовке Мосина. Затвор имеет два боевых упора. Неотъемный магазин вмещает в себя 5 патронов калибра 9,6 на 53. Данная модель отлично подойдет для ходовой и загонной охоты, а также для спортивной и тренировочной стрельбы. Приобрести этот карабин вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом при наличии лицензии Serial GA и паспорта. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.